Так, раз, так рассказывайте. Так я вас на видео снимаю. Я вас фотографирую, выключайте. Потому что нечего меня снимать. Так а вы же меня снимаете, я вас снимаю. Я не снимаю, вы мне отказываетесь оплачивать за проезд. Еще раз говорю, оплачивайте за проезд. Так вам оплатили. Что вы оплатили? 42 гривны стоит 3 полных билета до Ларионова. 11.75. И 11.75, молодой человек, тарифы поднялись, один билет говорю на 113 гривен. Я выбиваю вам втроем один билет, и вы платите 3 гривна. На Замской я платил 11.79. Это угодно. Она дули еще тыкает. А что ж вы такой молодой человек, как на ушел с Лилией Николаевной проверкой? Оплатил и слова не сказал, что? Что? Ага, с проверкой около месяца назад. Мужчина с нами ходил сам с проверкой. И что, я оплатил? Так вы оплатили и слова не сказал. Что это за фантазии? Да не фантазии, молодой человек. Не фантазируйте, что вы фантазируете?